Это вот мы приготовили место для нашего камня. Сегодня у нас 29 сентября. Сегодня мы договорились, что нам должны привезти камень. Вот пока мы снимаем, пока камня нету. Потом, я думаю, следующий снимок будет, когда уже будет камень на даче. Еще вот одно место я приготовил, чтобы засыпать гравий. Вот тут вот у нас место для гравия. Пока вот она так вот выглядит. Вот, кстати, фундамент, который я заливал. Вот он такой беленький. Добавлял пластификатор, поэтому немножко все иначе. Ведет себя по-другому. Быстрее застывает, быстрее твердеет. Быстрее. Все быстрее. И надежнее с пластификатором. Многие специалисты рекомендуют в бетон применять пластификатор. Чем я и воспользовался. Именно советом я воспользовался. В нашем регионе можно S3 купить. И есть другие пластификаторы, которые... Вот я живу в Гродно, то есть это областной центр. Поэтому что-то можно подходящее найти.